Виталий Иванович, проживающий по адресу улицы Нагорная, 5. Позавчера по телевидению показали, по центральному телевидению, то есть города Абакана, показали, что отремонтировали улицу Нагорная. Вот в данный момент я нахожусь на улице Нагорная. Вот нижнюю часть, где уходят автобусы, там вроде как маленько асфальт положили, вроде маленько отремонтировали. Но в данный момент, как здесь вот видно, улица вообще даже не тронута, никто не прикасался к улице. То есть отсюда начинался когда-то Абакан с этого места, с этой улицы, можно так сказать. Старохакасский район. Проехать практически по улице невозможно. Проезжаем, кто как может. Колодцы посреди дороги. Это вообще ужас какой-то. Это, дорога не отремонтирована. Вечное болото, вечные кочки, вечные проблемы. То есть 2-3 раза в год закрывают здесь улицу, даже к дому проехать невозможно. Постоянно люди, то есть на крещение и так далее, проходят люди здесь. От церкви имеется в виду за водой. Так, ну много через шествия бывают. ГАИ даже к дому не пропускает, порой из-за того, что здесь очень много народу. 20 лет я здесь живу, ни разу никто не прикасался к ремонту улицы, ни разу здесь никто ничего не делал. Только одни обещания, что возрождение Старохакасского района, то есть по телевидению было это сказано везде, а движений никаких не было. Даже толком воду и ту летние водопроводы, водоканал делать не хочет. Колодцы набросали, все, на этом дело кончилось. Чиновники сегодня торопятся израсходовать денежные средства на благоустройство дорог. Без технической документации, без проектов, без экспертиз и, самое главное, без мнения горожан. Единственное, что хочется добавить вот в данной ситуации, что вот у нас центр города, такое ощущение, что там живут люди, а у нас где-то на окраинах живут, кто попало, и как бы они не нужны нам городу, получается. А в городе мы, это самый центр весь, каждый день, каждый год меняем брусчатку, это не понравилось, сняли, другую положили, красивее сделали. То есть получается, что там это... В заслуге мэра Булакина у нас получается, что мэр там действительно за город пекется, а за окраины у нас пекет некому. То есть в окраине получается мэра нет, и живем мы как попало. Это мы не в городе живем, а в деревне. Это неинтересно получается даже. То есть следующие выборы про Булакина, я думаю, что вряд ли я пойду голосовать за него. Кто прикидывается дураками и отчего у нас плохие дороги?